Всем привет, с вами Гамара. Это у нас Варзон. Путь запахом. А сколько я уже, это у нас получается третий выпуск по Варзону. И насколько я понял, что я вообще не умею играть. И не то, что играть, бля, и не бегать, ничего не могу. А предыдущей серии еще, когда я перебиндил все клавиши так, что я, блядь, сам запутался вообще, кто что кого нажимать, куда что тыкать. Но я скатал пару каток в одного, без записи, без всего. Я уже так проникся, посидел, поизучал. Ну, видео как бы это было бы неинтересно, потому что я, блядь, 3 часа сижу и разбираюсь в настройках, что куда тыкать и как бы это. Но, блядь, у меня даже был матч, где я, блядь, сука, 5 положил. 5. Поэтому выполнять какие-то контракты, это пока... Ну, я не вижу смысла. Мне сначала надо пристреляться, понять вообще, как работает, прокачать какие-то ганы. Выбрал один фал, вроде бы, он, блядь, стреляет, пум-пум-пум, бля, пиздец, я пока, блядь, пукал, меня уже 500 раз убили. Поэтому всем спасибо за лайки, комментарии, просмотры, туда-сюда, всем приятного аппетита, а мы начинаем. Так, и что это у нас, сообщение дня? Окей, финал, хуйнал. Так, ага, типа за донатик купить, да? Но мы это не будем. У меня, кстати, уже 11 левел. Это всего две катки вроде бы сгонял. Тоже гонял в этот... Что это за хуйня? А что это какие-то новые? Компаньор. А где мои четверки, в которые я бегал, их нету? А по поводу оружия. Изменить комплект. Я бегу пока с СМ-очкой и бегаю с СВД-шечкой. На СВД-шечку я уже повешал другой прицел, потому что который там был, блядь, вот такой вот нахуй, блядь. Это вообще было пиздец, конечно. Разобрался, как кидать гранаты, потому что я, блядь, как этот, как диджей Тиеста хуярил тут по клавиш, чтобы что-то кинуть. Ну, в общем, ладно, меньше слов. Нажимаем. Че, мы куда? Подожди, а в смысле, а где у нас? А че, у нас четверок больше нету? Чего тут написано? Должен прежде всего помнить задачка сопротивления. Хардкорный, в котором газ оказывает. Подожди. А где моя, блядь? Я хочу в четверках бегать. Пиздец. Че, заработал я деньги, да? А Артурчика выбрал. Он в красной панамке. Ну, блядь, а что делать? Ну, что делать? Тройки. Павших товарищей набирать. Блять, это... Ну, давай сюда пойдем. Что делать-то? Блять, ну это, конечно, вообще... А куда делся тот сезон? Ой, не сезон, а как его? Видать, я зачем-то не слежу. По усам текло, в рот не попало. Так, ну что, давай, все, я готов, блять. Пиздец, сейчас будем сидеть ждать, нахуй, у моря погода. Ну это реально. Чемпионка льдыри тройки. Блять, а я же там буду умирать, и мне же пиздец, мне же придется за нас. Вообще будет пиздец. Сказать помощь не менее 15 раз. Однако быстро нашлась пати. А почему мне дают однерок, блядь? Какого хера? Я 11 левела, блядь. Дайте-ка мне тоже таких же. О! Вот это я понимаю, другое дело, блядь. 17.36 вообще нормально. Пацаны, привет. Алло, алло, прием. И чё? И что тут, блядь? Я помню в предыдущих этих, как их, блядь, назвать там? Блять, один круг, резервная сила, полная сила. В том-то я понял в режиме, что надо бабос собирать, сейвить как-то их. Я даже там пытался засейвить бабки, там пиздец насобирал, блядь, 500 000, наверное. По каким-то трущобам гонял, даже ни разу не сдох. Проверьте снаряжение и оружие. Давай, я комплект один. Все, блядь. А что, это разминка, да? А где пацаны? Я вообще никого не вижу, блядь. Тихо, кого-то видел.
Да, ну конечно, для СВДшки, блядь, такой прицел, это просто вообще надо быть долбоебом, что такое взять. Ну а я кто? Я долбоеб, я такой прицел взял. Зато, блядь, на М-ке нахуй нихуя нету. Ну просто красавчик, блядь. Да ебал я рот нахуй туда выходить вообще тогда. Блядь, думал, кто-то летит. Подготовка окончена. Заебись, блядь. Пора отправляться в район операции. Да, конечно, блядь. Я даже ни разу не стрельнул. Даже, блядь, запах не прошел. Запах не почувствовал. Запах дула, блядь. Выстреленного огнестрельного патрона, блядь. А зато мы летим уже, все, пиздец. Я зато успею водичку глотнуть. Это кто? Это я? Да, со мной нифига себе, какие пацаны. Королевская битва. Так, боец, укажите точку высадки для своей команды. А я не знаю, пусть пацаны лучше делают. Давай, высаживаемся, окей. Давай. В вашем районе высаживается противник. Бля, пизда мне сейчас будет. А как он быстрее долетит? А, левый альт-сигнал. Блять, какой сигнал? Ебать его копать. Уничтожьте их! Я уже научился бегать, поэтому все заебок. Тихо. Тихо, блядь. Блядь, думал, кто-то этот. Так, четвертка, блядь. Я не могу, блядь, засунуть. Кто там, блядь? Видел. Бля, пацаны, помогите мне, ёбан. Сидел бы, блядь, в палатке бы, вообще бы в хуй не дул бы там. Тихо, я кого-то вижу. Да, блядь, засунь ты эти, блядь, пластины ебучие-то в себя. Отмечай медстанцию. Кого, блядь? Вот я сейчас по-любому туда побегу, мне пизда будет. Я, блядь, не могу. В смысле, блядь, четверку нажми, блядь. А, у меня полная. Ха! Тихо. Окей. Их кто-то бегает. Тихо, блядь, я кого-то слышал. А где мои пацантрули? А вон они, блядь, там бегают. Пацаны, я бегу к вам. Сейчас, блядь, всем пизды дадим. Ебать они от меня далеко. А вон вижу. Пиздец, какая-то залупа-то, а. Что это, блядь, такое? Ящик снабжения найден. Передаю его координаты. Блядь, ничего я не понял. А какая-то хуйня, это СВД. Блядь, сейчас если сзади кто-то ко мне, блядь, при этот сам присобачится, это будет, конечно, вообще... Тихо. Меня подстрелили! Где? Где? Видел. Да открой нахуй дверь эту. Блядь, сортир. По кому? Убил? Световая пошла. Бля, пиздец, сам себе световую кинул, ну не ебанутый. Настроение вполне боевое. Так, ну ладно, одного мы... Сука! Не, ну он меня просто застал врасплох. Это нечестно. Это нечестно.
Угощайтесь. Черт, я под обстрелом. Он такой же, как и я, блядь, свету кинул, что ли, сам себе, блядь. Кому подать жалобу? Не хочу никому подавать жалобу. Я хочу вас квестнуть. Так, 37-70, это что означает? Блядь, а как переключиться-то? Левая, чтобы возрождение ближайшее. Так это, блядь, еще нажимать надо, что ли? Еще, блядь, произошло, алло. Что такое? Алло. Ну все, пиздец, блядь, поиграли. Что, блядь, случилось-то? Заебись. Нормально, ну чё, я так и думал. Как бы оно так и должно было случиться когда-нибудь, да? Так, запись идет. Все, запись идет. Но, блядь. Меня либо кикнули. А хардкорный игрок. Хардкорный. Ёб твою мать, какой хардкорный. Ну, ладно. А давайте-ка мы возрождение мертвых попробуем. Мне просто интересно вообще, найдется ли кто-нибудь. Конечно, что это было вообще, так и не понял. Меня, походу, кикнули. Или не кикнули. Или что вообще произошло? Убийство снайперской винтовки, блядь. Ну, СВД-ха, я скажу так, что это вообще просто... Либо я, блядь, так не стреляю в нее, либо она у меня потому что не прокачана, либо прицел такой, блядь, вот такой же, нахуй, блядь, как у меня глаза, блядь, когда стреляю. Ну, что-то здесь не то. Ну, почему я говорю, что вот когда заходишь в новую игру, особенно в такую, да, вот где, блядь, экшен, шмэкшен, очень всего, очень полно, очень дофига, ты начинаешь просто реально тупить. И, блядь, ты не знаешь, куда нажимать. А еще тебя вечно ебут. Снял он того, а вообще красиво, да, снял, блядь. Блядь, еще под ослепушкой, блядь. Ослепушку еще сам себе в ноги кинул. Это типа, блядь, чтобы я вообще скиллуху себе повысил. Я мало того, что въебашил. На расстоянии там, блядь, можно было бы, блядь, с ппх его уебать. Я еще ослепушку себе кинул, блядь. Создал себе полный нахуй дезорент. И еще, блядь, убил в снайпер. Ну, полуснайпер, такой там, блядь. Типа коллиматорка была. Ну и то, блядь. Так, что это? Нашел кого-то, нашел. Пока пиздели с вами, я кого-то нашел. А, не знаю, что здесь делать. Здесь это про зомбаков, я так понял, да? Все съебались от меня, появились новые какие-то. 307, 330, 97. Молодцы вообще, пацаны. Просто охуенные. И я, блядь, 11-го. Ну, ничего, вообще нормально. Все будет хорошо, сейчас я покажу, как надо стрелять, блядь. Сейчас ослепушек наберу, только бой через 2, 1, полетели. Блядь. А чё, еще один шанс. Люди становятся зомби, когда умирают. Убийство зомби заполняет счетчик непредсказуемого заражения. А собирайте вакцину. Зомби могут собирать вакцины из ящиков. Блять, пока можете. Так, скоро, ну я комплект один. А, типа, ага, окей. Блять, ну нахуй я. Так. Подожди. В вашем районе высаживается противник. Следите где? За небом. Да хули мне за небом следить? Мне, блядь, за дорогой следить бы. Вот так, блядь, он как вот так вот меня убил? Ну-ка. Сука, видит меня пес. А, ну да, у него коллиматорка стоит прям, причем точка. Ну это да. Сука, я сейчас к тебе прилечу и тебе пизда. Тихо. А? Блять, он на... А! Вон он, сука. Да, он. Ну почти мне одного подката не хватило, чтобы долететь до... Блять. Летел и нахуй улетел куда-то в пустоту, блять. Возрождение мертвых, операция реанимация. Июль 22-й год, остров Аральское море, Альянс. Это, кстати, новый режим какой-то мы сейчас пробуем.
за какой за вот этот третий выпуск, и мы какой-то новый режим. Какая-то девочка с косичками. Ёб твою мать, сиди здесь. Короче. Давай, все, погнали. Вы вернетесь в бой в виде зомби. Готовы. Победит команда с последним живым бойцом. Понял насчет точки. Да, блядь, да... Да и фак... В вашем районе мимо пролетело. Следите за небом. Пока они не истребили. А у меня даже оружия нету. Ебать копать. В смысле, это что за ебанутый режим? Зомби его обожают. Блять, без оружия. Для победы в команде должен остаться хоть один живой боец. Да ебать! Тихо, тихо, тихо. Потеряли бойца, но приобрели зомби. Тихо. А, вот это, я думаю, нормально будет. Ну-ка. Где? Блять, ебать, я сокращаюсь, как шлюшка. А он может сверху прыгнуть на меня, и мне, и все. И чё, и все, блять. Ваш союзник вернул человеческий облик и готов продолжить бой. Тихо, блядь. В районе операции остались 25 бойцов. Нашествие началось. Следите за уровнем опасности. Да, блядь. Тихо, я это в броню кидаю. Это что такое? Нахуй этот пистолет. Так, а это что такое? Это что, еще убегать надо? Что сейчас будет-то? Я первый раз вообще в этом во всем, блядь. А! Ебать. Это наш сборный пункт. Вообще что-то бегу, блядь, что-то открываю, что-то... Чего, блядь? Так, ну я самое главное придрочился эти пластины засовывать себе. Тихо. Ой, вот здесь какой-то тип. Блядь, в пизду. Мы сейчас его наебем. Или он нас наебет, да? Ну-ка. А у меня тоже там стоит, ждет пес. Блядь, а я нахуй где-то бегаю вообще. Блядь, что собираю? Хуй его знает вообще. Тихо, кто-то стреляет. Кого, блядь, бить-то? Уровень опасности уже 50%. И чё? Дело принимает серьезный оборот. И что? А я так... Тихо. Блядь, думал, кто-то стоит там. Не, ну это вообще ебану. Ну вот, ну как, блядь, ну вот эта сука подсидел, а ну их двое. Близок к максимальному. А он сам меня не видел, он увидел случайно. Пиздец, все, что я собирал. Все. В смысле, я зомбак, что ли? Убивайте живых врагов, ищите вакцину, чтобы вылечиться. У них работает ВВЛА. Ебать, я зомбак. Нашествие зомби. Полчища зомби восстают. Ебать, я зомби. Зомби достигло нового уровня опасности. Охуеть, нихуя себе прыгнул. Бля, пиздец мне. А понятно. А где этот, где эта сука была? Постарайтесь найти вакцину и вылечиться. Да тихо! Кто-нибудь заметил? Рассылка с компьютером. А это тоже такие же, как и я. Да почему? Чё я сделал? Чё это было? Да ебать, чуть мимо не пролетел. Пацаны, вы где? Мне кто-то вакцину вколол. Они меня засекли. Я лег. Да ебать, развернись ты, так сука. Лучше. У нас есть БПЛ. Они меня засекли. Да ебать, да вы дайте. Я вообще лежу, как этот, блядь, Маугли тут. Сука, он, блядь, он прилетел, пес, блядь, ебаный, смотри. Да, я тут, блядь,
По-пластунски нахуй ползаю. Противник начинает высадку. Истребляйте живых противников. Постарайтесь найти вакцину и вылечиться. Да ты встань, ёб твою мать. Это лучше. Не, слушай, да прикольно так-то вообще. Ебать, кот мимо прыгнул. И чё? У них работает БМ. А, да-да-да, снайпы работают по мне. Ебать, компания вообще. Да иди. А! Меня кто-то воскресил какого-то хрена, я так и не понял. Как? Пацаны, вы где, блядь? Ёбаный компотик. Идите в новую безопасную зону. Облако газа расширяется. У них работает БПЛА. Кто работает, блядь? Тихо, а где мои пацаны? Посылка с комплектом уже в пути. Ага, понял. Блять, ну в такие заведения мне заходить вообще не опасно. Это что такое? Блять, что-то взял, а что как использует, хуй его знает. Так. Это что такое, шприц? Противник начинает высадку. Шприц, блять, а как мне его взять-то? У них работает БПЛА. Бать там вообще кого-то мусит. Тихо. Слышал здесь кого-то. Хуя он тут бегает. За вами следит команда противника. Будьте осторожны. Работаю по цели. Блять, куда я-то спустился? Работаю по цели. Газ движется. Да ну вот как, блядь, он так вот у меня убивают, и я понять не могу, за что, блядь, за что меня так дрючит? А ну потому что у меня, наверное, не прокачанное оружие, блядь. Я опять за бакелом. Уничтожайте живых бойцов противника, добудьте вакцину, чтобы вылечиться. Заебись, блядь, нихуя он навкачанный. А не, ну понятно, они здесь заняли, и все, и они просто мочат все. Пиздец вообще. О! Вижу за противником. А, дистанция. Десять человек, да. А как, блядь? А это кто? А это не наш. Да, тут сужается все и начинается вообще полный ахту-махту. Уровень опасности близок к максимальному. Ждет настоящий ад. Здесь, короче, некоторые, они уже опытные игроки, которые, они занимают самые такие козырные места на высоте. И просто на высоте стоят и держат высоту. Все, блядь. И у них есть шприцы, наверное, которые они оживляют своих. Ну, конечно, надо пачкой играть. В одного, ну, вот он хуяк себе вел какую-то хуйню, и все, ему ништяк. Сейчас ему пизды дадут. Еще в окно залетит, да? Как, блядь? Ну, он получил, конечно, люля бондров. Все в безопасную зону, живо! Ага. Типа, блядь, сейчас гранаты по... Че, убил гранаты его? Да нет. Вот, зашкерился, бля, папгер. Сидит. Ну, хотя кольцо уже маленькое, да, зона. Почему бы и не покемперить? Он человек, да? И он сидит, ждет. Ну, блядь, естественно, он сидит, ждет. Не я, придурок, блядь. Ползаю, прыгаю где-то везде. Вот он.
Просто вообще взял чувака, который бежал, не знаю, за хлебом, блядь, куда-то взял. Разбил его нахер. Еле-еле дожил, блядь, до суда. А вот и все, и тебе пизда. А вот и банехер сидеть-то в карауле. Не, ну это, конечно, понятно. Наши пацаны-то живы, нет? А вот один зеленый жив, да? Если мы хотим успеть, бля, я думал, ты я лечу. Нихуя он еще стрелять умудряется. Нашествие зомби достигло нового уровня опасности. Зомби достиг... Ебать, он вообще просто лютый. Ну да, он одного убил, второй его, конечно, заколбасил. Не, ну здесь нереально, мне кажется, двоих убивать вы сразу. Один... Если только на убиаров каких-нибудь, это что, я? А это я. Это я! Или это не я? Это я. Заебись. Просто вообще даже... Я даже съебаться не успел. А вот он. Они видят меня как-то. Они как-то видят, блядь, меня. Я не прям... Вот, посмотри, как зомбаки работают. А, нихуя себе у него удары. Удары-то у него нормальные. Следующий раз победа. Возвращайтесь на базу для разбора. А, я не понял, победа. Почему победа красным светится? Обычно красным светится проигрыш. А память 0, туда-сюда. Блять, я там еще каким-то боком. Ваше место 4, время забой. Пиздец, да, счет 700 набил, ну просто охуенно. Урон 161, блядь, и то я, наверное, жопой своей, блядь, об что-то зацепился где-то. Все, давай, как убрать нахуй, чтобы не позорить. Да, блядь, какой чат поддержки, блядь, все, выйти. Чат поддержки, блядь. Написать, сколько хуя 161 урон нанес, и че, это карьера. Пиздец. Это понятно, боевой пропуск надо брать. Ну, блин, что я скажу, что я скажу. Возрождение мертвых режим посмотрели. В принципе, он прикольный, да. Мало того, что, блядь, я только начал изучать четвертки, которые были со сбором бабок. Они какого-то хера куда-то пропали, либо я не куда-то не туда тыкаю, либо чё. Поэтому попробовали мы чемпион, кальдеры, блядь, ёпта мать, тройки, шмерки. И попробовали возрождение мертвых. И там я вообще везде получаю пизды, но мне это нравится, потому что без пиздюлей, как без пряников, знаете, да, всегда должны быть и пиздюли, и пряники. И будем дальше пробовать в нее играть. На сегодня закругляем серию, будем потихонечку, порционно, просто чтобы я вас не заебал своими такими тупыми видосиками о том, что как я дохну постоянно, будем разбавлять. Всем спасибо, кто досмотрел серию до конца. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте. Самое главное, напишите, может быть, я, блядь, что-то не так делаю. Или куда-то, сука, не туда нажимаю, или какие-то настройки у меня не такие. Но какого хуя пропали, когда я бабки зарабатывал? Только к этому режиму привык, и хуякс, и нет. Всем пока.